Так, молодежь, привет, 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 барбосики, давайте домой, у нас 7 утра, я проснулся без 10:06, так, давай загоняй их домой, давайте, давайте, домой. Пойдемте домой. Так. Этот, наверное, в туалет хочет дергать. Подожди, сейчас, стоп. Сейчас. Изображу. Подождите тут, котята. Прохладненько. Ну, вытягивайте эту крышу. Лето проходит, а я только делаю, натягиваю. Давайте, молодежь, собираемся домой. Так, ладно, блин, тебе. Да, эти выходят, это зашла, я этих ждал. Так. Залетайте домой. Залетайте домой. Теперь. Ты выходишь? Теперь еще этих надо загоним. Палку ее выгнал. Сообразил? Сообразил. Давай, давай. Прикол? Уже знаю, где дверь. Слушай, прикольные такие. Иди. Так, сейчас я говорю, они будут пытаться кормить. Это черненький. Ох, вы кабаны после котят. Ну что, котята или львята вы? Котята или львята вы? Вы львята, наверное, да? Вы львята, наверное. Вы, наверное, львята такие. Вы львятки такие. Да, львята есть. О, нашел куриный голос. Так, ты смотри, мне порвал халат. Охренел, что ли? Ой, малой нашел куриный голос. Что, поели все? Все довольны. Волчара накорми. Кстати. Умничка, умная, смелая девочка, бусинка. Да. Только вы сначала какашки кошачьи ешьте, а потом меня трогайте. Все.
Все. Ребят, вот сюда пришла. Вот тут вот лапа замирает, чтобы я ее гладил. Все, играемся. Она прям замирала здесь. Для детей будет хорошее. Дети, когда пришли, говорят, самое больше вот она ластилась, бусинка, к детям облизывала. Другие типа кусали, она облизывала себе. Все, начинается на солнце пекло. Сейчас будем натягивать шатер, спасаться от жары. Да подождите. Подожди, бусинка, подожди. И у меня уборка. Пойду мусор вывозить. С дома все собрал. Сейчас потом всех закрою, соберу какахи и натяну пленку. Смотрите, как красиво, да? Астра, Валер. Астра. Иди сюда. Астра, Валер. Амур, Арти, Астра. Астра, Валер. Пойдем, пойдем, молодец. Пойдем, пойдем. Арти, пойдем, пойдем, пойдем. Молодец. Пойдем, пойдем. Пойдем, Арти. Арти, Валер. Нельзя, Амур. Ой, Аракун. Молодец. Так, а ну на место. Бегу. Не умеешь так. Астра, давай, Валер. Бегу. Молодец. Иди, Валер. Валер. Молодцы, девчонки, сообразили оба. А знаете, что делаю? Я беру их за холку. Когда они сами не идут, и они потом думают, опять за холку будут брать, или лучше самому пойти. Вот так вот берете и несете. Ночь идет большая, что же ты, малышка, не спишь? И вот так вот. Валер, быстро, Валер, молодцы. Потому что уже тяжело закидывать их постоянно. Так, Яра гуляет, правильно, давай. Так, ну чё, начнем уже. Ролик поставил на загрузку, на рендер. Так, значит, что нам надо? Ой, сейчас тут будет тенек, будет по кайфу, отвечаю. Потому что солнце до сюда бьет, плюс металл нагревается, короче, будет бомба. Посмотрите, куда залез. Ты чё, главарь банды? Ты главарь банды? Ты чё? Научились, научились. Вы научились? Вы не учились. Он такой спокойненький. Вот, вот так. И что дальше? Ты там будешь? Колбок. Колобуски ты мой. О, давайте вот так сделаем. Ого, ого-го-го. Так сделаем, чтобы было легче забираться сюда, да? Угу.
Что же ты, малышка, не спишь? Какая? Пиво мухоморство. Не, пиво не буду. Смотрите, мята. И да, это мята? Мята? И сам я могу вам до... Гади. Вот так помей. Чем пахнет? Вот честно скажешь сразу. Ну этот, как его? Лимон. Чистый лимон. Угу. А это как называется? Это лимонник, а это перечная мята. А это перечная мята? Все знаю. Нихуя! Уже по занавескам лазили. Только что слазили. Соседи косят траву над этим открытом. Тихо, тихо! Спокойно! Бедные волки. Бедные волки в шоке там. С косой, с маской. Ничего, молодцы. Наши звезды пришли Голливуда. Отдыхать. Отдыхать. Ты че? Вы работать пришли. Ребят, я, короче, напросился на руки бороться с Эльдаром. Эльдар отмазался. Сейчас будет вариш со мной. Париж, вариш. Как он тачку показывал. Сейчас будем бороться. Если он меня выиграет, Эльдар ему 10 тысяч даст. Снимай. Давай. Да давай, давай что-то. Давай, нормально. Бери, да, как тебе удобно. Вот. Давай, дави. Все, поехали. Дави, дави, ну. Я не решусь. Смотрите, он сам заходил. Раз, два. Не попал. Да. Ну давай, дави. Я держу, сможешь завинуть? Тебя? Да. Давай. Давай, Бриш. Давай. Вот так. Давай. Давай. Дави. Ладно, дави. Не, дави. Ну дави. Да почему? Без. Да давай. Без. Ну давай, ладно. Короче, все, Эльдар в шоке. Все, я 1500 выиграл. Ага, ты выиграл. Давайте, смотрите на. Блин, не ратинер. Давай. Бу, Эльни, чок ты к тебе, у нас чевереча. Можете две руки поставить, эджик, вот он вдвоем вы не сможете меня взять. Вот иди сюда, сядь рядом с ним, две руки возьмите. Эльдар, снимай. Давай, снимай. Это я делаю, ребят, чтобы они меня боялись. Смотри, ну ты вот так ставишь, да? Я поближе, чтобы видно было, не? Толкай ты. Давай, готово? Раз. Давай, дай. Давить. О, моя кося, пусть. Чего вы? Ну, блин, я вас мумки не дал. Очень интересно. Потому что я сейчас работаю во дворе, у меня силы появились. Да, мы не работаем. Все, без камеры, без камеры. Все свободны. Капец, приехали. Подписчики, не звонят, ничего, я даже не искупан еще. Че делать сейчас, честно, аж не по кайфу. Выключу, не буду снимать. Ну что делать, раз приехали, уже встречаешь, но на самом деле, тише. Когда ты не искупан, никого не ждешь, не по кайфу, если честно. Быстренько я показываю, быстренько. На будущее всем так не делать. Ну все, так, побегу на стройку. Бля, я специально не искупался, думаю, смысл купаться сейчас натягивать весь потный буду. Ну, гостей встречать в таком виде, честно. Понимаю, на рабочий обстановка там похрен. У меня волосы жирные, все. Ну не по кайфу, да, стоять с людьми, когда ты не в том, не в форме. Куда убежали уже? Кстати, гости из Мурманска были, вот ребята точно уходят. Смотрите, сейчас 35 градусов. Скажем, в тени, да, но под низом. Ну, жарко, жарко. Крыша гнется ужасно. Дешевая все. Короче, вот таким макаром будем застегивать.
попрощайтесь с белым светом. Короче, тема такая, что, во-первых, она больше 4 метров, метров 5. А сказали 4, я уже тросы натянул ровно на 4. Приходится эти делать, закручивать там. В общем, лучше больше сделать. Не знаю, короче, какая-то хрень. В любом случае, тень даст. Не знаю, а так как-то получилось. Нравится. Здесь она чуть сужалась, потому что, ну, расстояние большое. Так было пошире, на полметра еще. Ну, уже, кстати, да. Уже лучше. Было 35, стало 33. Сейчас такое прям солнце спряталось. Ну, по-хорошему можно еще сверху такую же натянуть. А этого 4 метра надо было все-таки метров 6. Ну, бля, она провисала бы, что она бы 3 этих сделала. Ну, давайте вот так посмотрим, что получится. А потом уже дальше видно будет. Не знаю. Ну, уже лучше в любом случае. Мне интересно, когда солнце появится, как будет. Именно когда солнце. 80% вроде плотности, но мне кажется поменьше. Можно между прутьями вот так типа палки кинуть. Вот так, чтобы там она не сужалась. Ну, и так пойдет. Я думал, еще хуже будет. Ну, вроде пойдет. Да не, нормально. Максимум еще одну сверху натяну и все. А вот и солнце. О, ушло уже. Все-таки не спасает, когда прямые лучи, это ужас. Вот так все равно лучше. Короче, вот сюда ставлю руку. Нормально такая. Сюда ставлю. Горячая. Ребят, сейчас белая собачка соседская. У Самвела у них курицу стащила во рту. Убежала. И вот так вот. Когда бесхозные. Если взяли, то уже держите. Как положено, чтобы это не было такого. Прикольно, да, вот так шатать? Я вот думаю, может еще 2 метра сделать, чтобы вообще металл тут не грелся. Но смотрите, вот ставлю. Горячая. О, нормально. Ну реально, вы знаете, такой среднячок. Тепленькая. А сюда ставлю. Горячая. Сейчас покажу. Вон во рту была, отпустила. Это белая, это собачка. Сейчас еще раз покажу. Значит, или голодная была. Или еще что? Ну да, так что это? Сегодня кормим, завтра целый день нету, хоть бы мне говорит. Как Дуся, смотрите, как Дуся погонит сейчас. Прям со злостью такой. А, вон соседи вышли, видимо. Сейчас посмотрим еще. А, да, они уж приехали. Все, теперь никому не нужно, шатается, боится подойти. У меня все гавкают, но не все. Она идет к нам, смотрите, опять к нам как медом, да? Ну зачем к нам идешь, ну? Белая собачка никому не нужна. Первая.
так и подраться могут. Сейчас мы. Так, надо выйти, она стоит. Видишь, спокойно, 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 без. И что ж ты хочешь, малышка? Ну, я тебя не подкармливаю. Тихо, успокойся. Ты посмотри, чуть ли не задрали. Ты успокоились, я сказал. Это кобель еще, кажется. Да, кобель. Все, теперь он будет шататься, драконить собак. Молодцы. Спайк, иди сюда, Спайк. Все эти тоже побудут. Спайк. Да не, уже нету той жары здесь. А если двойную сетку сделать, вообще будет ништяк. И тут она длинная, как бы тут. Не, я чувствую, вот уже нет. Слушайте, солнце, смотри, сейчас на солнце выйдет. О, не, Ташкент. Аж с буксом. Успокойтесь, жарко. Не, вот эта штука, я скажу, неплохо дает тень. Как ни крути. Сейчас прямо у забора было, прикол. Здравствуйте, мы сдавали анализы питбулю Спайку. И никак до вас, да, не мог дозвониться, не брали трубки. Интересно, почему? Так. Когда сдавали? Ой, сейчас я гляну. Фамилию напомните? Николайчан. Сейчас я вам скажу. Это 25 июля. До свидания. Так, а вы сдавали? А почему мне врач Анна Александровна не набрала? Сейчас я передам. Давайте. Сейчас я посмотрю анализ ваш. Угу. Угу, все, так, нашла я ваш анализ. Угу. Сейчас я тогда распечатаю его, Анне Александровне передам, она прозвонит по... Хорошо, по спасибо. Хорошо, пожалуйста. До свидания. Это я Анне Александровне написала, она сегодня опять написала, она сказала, сейчас вам перезвонят. Только я в этот момент спал, что-то я вырубился, сегодня рано проснулся, по жаре натягивал, видимо, устал. Ребят, собачка вам пришла. Сейчас я каким его увидим. Смотрите, не боится песик. Ярый сейчас как гаркнет. Все, теперь никому не нужен пес стал. Еще один.
Вы не верьте, что живу я, как в раю, и обходит стороной меня беда. Точно так же я боюсь, устану и грущу, и реву, и иногда. Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу, и у судьбы, как все, как все, счастье себе прошу. На-на-на-на-на-на-на-на. Красавцы мы. Ладно, колобок, жарко, давай. Анализа. Ну, смотрите, по общему анализу в целом все плохо. Да? Угу. Так. А может тогда стоит другие анализы сдать или не нужно? Ну. Ну, смотрите, тогда по поводу этого лучше вам с Анной Александровной связаться, так как она вас уже лечит. Да, да. Вот, это нужно будет с Анной Александровной. Ну, а сказали, она сейчас наберет. Просто мне передали, я позвонил, да. А, у меня просто стоит лежит, позвонит вам по анализам, вот позвонил. Хорошо. Я неделю не мог до вас дозвониться, не знаю, что у вас телефон, я вам звонил. А может вы как раз попадали, у нас 3 дня, это сильные ветра были, и свет выключал, и Wi-Fi выключал, может как раз в эти моменты ну, может, к нам попадали. Ну, сейчас вы с другого вы звоните.
Я на другой набирал. Я на другой набирал телефон. Сейчас вот вы с другого мне набираете. Получается. А, ну может вы на какой-то тот звонили? Ну на тот, может, поменяли, я не знаю. Я всегда на тот. Вроде, не знаю, вроде не меняли. А, ну, ну хорошо. Самое главное, что связались. Получается, анализы хорошие, да, в принципе? Ну, в целом, да. Если даже сравнить с предыдущими, которые вы сдавали, то эти лучше даже. Эти лучше даже, да? Да. Отлично. Да. Так, а тогда что, у него кашель как-то может быть связан с этими анализами? Ну, ну по этим анализам вообще ничего не могу сказать. Ну ладно, Анна Александровна, пусть да, тогда. А это мне ее самой попросить в администрацию, чтобы набрали, или вы передадите? Ну, я сейчас напишу здесь, что попросили, чтобы она позвонила. Все, спасибо большое. До свидания. Всего хорошего. Ну вот, сами все слышали. Надо просто сейчас чуть-чуть ему подлечить бронхи. Анализы хорошие. В принципе. И корм я сейчас даю высокобелковый. Взял. Но он нахрен ему не нужен. У меня мешок, честно говоря, стоит гипераллергенного. А мне ж лень его открыть и дать ему отдельный. Вот надо давать сейчас его. Я просто хочу лечение сразу, корм, все вместе, вот дать, чтобы посмотреть, изменения есть. Ну, в любом случае, ему корм высококалорийный не нужен, много белка у него и так и завышен он был, поэтому что-то я расслабился. Да еще о стройке думаю, что делать, как делать, кто будет делать, денег хватит, не хватит. Хотелось бы пипец, как вот здесь сделать колонны, вот тут. Также ригеля и плиты поставить и уже крышу общую сделать, здесь уже навес был бы. Но это ничего не буду, блин, пипец, как обидно, что зарплату урезали. Пока чисто этим всем будем заниматься. Тут тоже не знаю как, чё. У вас есть 2 часа времени, газовать. А у холста. Ой, так. Сегодня ведь этого связь такая. Да. Мне из больницы надо. Не прыгать, я без вещей болен. Ушки уже нормальные у обоих. Не заваливайся. Крышка. Тебе крышка, я. Тебе крышка. Иди, мы. Молодцы. Тоже любят. Так, ушка надо вам на ночь еще чуть заколоть. На всякий случай. Эх, ты классный. Ты дядя классный. Ладно, дайте я без камеры пообнимаюсь, а то одной рукой мы не торсы. Что ты взял? Запарил я. Умываю руки от камеры. По-человечески не могу даже. Еще проще. Какая яма. Она какая явре делает. Ой, вон колонна. Капец. Ладно, дайте пообнимаю моих прелестей. По-моему, они с Амуром сейчас. Я гладил без камеры. И Амур с графом опять что-то. Ну не схватились. Тем классней, чё тем классней. Чисто граф. Красавчик. И шкурка у него такая же чистенькая идет.
Блин, о, подожди. И здесь плотность. Нихера, это чёс у тебя. И здесь... Да ёб макарёк. Это надо в Краснодар везти. Короче, как я огорчён из-за Бониты, из-за её ещё... Ладно, на лбу у неё... Тихо, ну тихо. Короче, настроение вообще упало, пиздец. Так. Да тише, блин, и так и настроение. Луна, иди сюда, Луна, быстро. Луна, вали. Боится. Луна. Луна, иди, Валер. А я в реколбок пошлю уж. Луна. Давай, Валер, бегом, Валер! Луна! Валер! Луна! Луна! Сюда иди, давай, Валер, бегом! Давай, Валер, Луна! Валер, молодец, Валер! Луна! Луна! Чё ты нарисуешь, мой? Какие вы классные! Лунка! Иди сюда. Давай, Валер! Луна! Луна, Валер, говорю! Лун! Луна! Валер, давай, молодец, давай, Валер! Луна, Валер, молодец, давай! Луна! Иди, Валер, быстро! Луна! Луна! Давай, Валер, молодец, не бойся, иди сюда! Лунка! Давай! Луна, Валер! Луна! Луна, Валер! Да, Луна! Валер, молодец, Валер, давай! Луна! Валер! Луна! Луна! Иди сюда, молодец! Да иди сюда! Чё там, ничего нету, ну! Луна! Давай быстро, Валер! Луна, бегу! Молодец! Давай! Луна! Давай, Валер! Луна! Валер, молодец! Молодец! Тихо, не сбейте, сынку. Ой, так. В общем, буду делать стрим, сейчас все вопросы поднимать. Все, надо заняться. Блин, честно, настроение реально упало, конкретно упало. У нее на лбу я, ладно, смирился там, а у нее еще впереди, почти возле перед, ну, между глаз, и там что ли теперь делать? Что, вообще ее уродовать или что, я не пойму. Жесть. Жалко мне ее. Что, Соню что ли вытащить? Тихо, все, тихо, мусор, тихо. Упала прям, не ожидал. Про спайка подняли, а потом про эту как увидел. Нельзя сказать! Симба! Дурак! Кими! Кими! Вот Симба, сволочь такой. Ушел. Кими, успокойся. Снежка, так нельзя. Снежка. Ничего тебе там нравится? Тебе... Моя прелесть. Остальная банда. Покушали. Ох, как она это грациозно делает, конечно.
Так, ладно, малых закроем потихоньку. Сейчас еще 5 минут дурь свою выплюсь, чтоб спали крепче. Арах, нельзя курить. Нельзя курить, нельзя курить, нельзя курить, нельзя курить. Бонитка моя. Эти мои девочки. Ой, а ты красавец такой, ты красавец. А ты вообще куколка маленькая моя. Да, да, ты моя солнце, ты моя умничка. Все, все, нельзя, нельзя, успокой, все. Ну все, все, нельзя, не надо, девочки. Тихо, все, Багирка. А, облизываешь, любишь их? А я их обнимал, и они начали быть с ума сойти. Люблю вас, все сделаю для вас. Все, ругайте меня в комментариях и будем все делать. Спасибо хейтерам, кстати. Они делают меня лучше, реально. Я читаю все равно, я задумываюсь, что так надо, вот так надо, это надо. За 2 года, я считаю, много чего изменилось в лучшую сторону. Будем всех лечить, любить. Ну, любить и так, и ладно. А вот лечить, у меня были проблемы с этим. Не любитель я люблю. Ты какая на лапочка, а? Это мой рот, это мой рот, это мой красавец. Не-не-не, жарко. Симба уже к озеру пошел. Охотится, пацан, охотится. У нас патруль, патруль местный. Давай, понтанитесь. Понтанитесь, давай, понтанитесь. Все, я пошел. Дети балуются. Смотрите, какие они довольные. Арбуз несу. Они сдалека увидели. Я хотел сюрприз сделать. Пошел в другую сторону. Вам, вам нес, вам нес. Да, это на YouTube. Смотрите, прям на лавочке режу. Все. В общем, сиси. Эй! Кто вы? Чё вы там? У меня там котята. Так, ладно, кушайте, а то Дуся не дай бог. Я дверь открыл просто. Не дай бог там котята мои. Хотя Бамби хрен их в обиду даст. Ладно, скажите, хоть вкусный, нет? Серьёзно? У меня есть, я еще взял. Реально вкусный? А я думал, этот будет невкусный, этот отдал. О, блин. А где ты купил? Не-не, я... На вечном, наверное. Да, на вечном. На вечном 2 раза. Да, на вечном.